продолжить наш фильм еще в технологии Киевско-политического института. Тематика информации, посвящена разработке лёта и инженерной модели Путина. На наш фильм Кубисад формата УИЛА для проекта «Кубэбинсия». Так случилось, что ситуация по проекту «Кубэбинсия» находится на завершающей фазе, на финишной линии. Этот проект фанат «Кубэбинсия» по проекту «Кубэбинсия» со основной частью инвестиционной программы была организована консорциумом Берлинским институтом фон Кармана, куратором и членом консорциума Техническим университетом, директором Техническим университетом, Дельфа, Голландия, МСЛ, Великобритания и Центра археологической Суэль. Организовал конкурс в 2010-2012 году для того, чтобы кластер спутника 50 наноспутника исследовать термосферу Земли на сложном уровне высоты. Это 412 километров для того, чтобы уточнить ее глобальную термосферу модели Земли, которую разрабатывал Бостонский университет. Это специфика кластерного запуска, развивать 50 спутников и точно мобильные испытатели на орбите под программой, которая предложена институтом гидродинамики фон Кармана Берлинского производителя. Итак, стадия. 10-11 год был конкурс, где следующий, где университеты пяти континентов поняли заявку 71 следующий. 71 больше 70 университетов приняли участие в этом конкурсе и решали задачу уточнить глобальную термосферную модель Земли в условиях доступных регионов высоты этой модели. Для этого был создан конкурс был за 50 команд, которые начали проектирование и разработку полезной нагрузки трех модулей этого проекта. Это набор его масс-спектрометров для исследования состава атмосферы, масс-спектрометров для электрических заряжений атмосферы, для позволения атака, регулирование определения параметров напряжения в этом диапазоне высот. Важной целью проекта является интеграция электрических коллективов космического всего мира. Это представители Северной Америки, Европы, Азии, Австралии, Африки и создание наземных вооруженных радиостанций для умение разобрать новые технологии в космосе для того, чтобы получать информацию на юридических радиостанциях. Цель конечно, это создание базы данных, которая формировалась в центре полета это координатор института фон Кармана по этой динамике, где является создается база данных для уточнения этой модели.
Но его аргументом следующий. Это, ну, полезно лучше писать в университете Умьера. И три типа. Нужно было первое, это масс-спектрометрия горизонтальных частиц. Типекс, это масс-спектрометрия состава. Это атомарного уникального удара кислорода, а также азота и нейтрального газа. И также на мощные жесткие меры для того, чтобы определить напряженность этих характеристик плазмы в этом районе. Следующее. Здесь показано распределение концентрации по высоте, в зависимости от составляющих атомарного уникального кислорода, азота и перемены цветной линии, показанные эти соотношения в зависимости от высоты. Следующее. Ситуация по проекту развивалась следующим образом, что кураторы каждый год проводили семинары для того, чтобы понять и доказать задачу, которая поставлена перед проектом ГОР-50. Это значит, они определили каждому университету полезную нужду и набор. В украинской стране проект ГОР-50 был выделен, принят ФИДИКС, который обладал составом атомарного кислорода для того, чтобы по принципу высокотемпературного изложения для керамических которых и определенного молекулярного кислорода для того, чтобы второй центр определил эти составы, исходя из этого прибора. Прибор имеет внешний вид, показанный на плакате, и платы, лицевые платы, две лицевые платы управления и архивации результатов изменений, и сенсоры, которые для проекта были предложены сначала тестовые, которые были переданы по проекту украинской стороны для исследования и наземных испытаний. А по результату, что выдуховые родные образцы были при интеграции нашего спутника установлены родные образцы. Пожалуйста, следующее. Характеристики и принцип работы показаны на плакате. Я говорю о том, что центр должен будет нагреваться, мы проверили уже в этом эксперименте, что это 600 градусов, значит, тренировка, и наша система позволяет его поддерживать. Но управление, значит, датчик имеет, размещается в потоке направления болота и с требованием навигации до 5 градусов. Следующее. Вот компоновка фиксированной наружки на конструкцию утилизатора «Протан-2», который включает солнечные батареи на светофонарной конструкции, фотоэлементы, имеющие КПД-28%. Лицевые платы, расположенные в первом сети, с модулем антенны модуля. Они тонкие. Мы хорошую систему для системы ориентации в одном только направлении для заботки на земной технологии Украины. А также программное обеспечение управления системой ориентации и навигации. Навигационная система включала перспективные GPS-приемы наш Украина, которая
Хоча був у зимі і результати були показані ними. Контейнери вийшли 15-го. Федерація спутників показує право правої частини цього селища. Центральна аналізу, присмотрені було 4, вважали, що це є уровень центрального процесу, включаючи мікропроцесор Копти 4, с интерфейсами Quad, ISP, IS-28 и встроенными часами реального времени. Оно также позволяло участвовать в работе системы ориентации и стабилизации и обладает телеметрию, которую необходимо передать на маяк, и телеметрию в подсказку по полезным навыкам. Следующее. Важной системой разработки турбокрыли это то, что мы отработали систему аккумуляторов, которые позволяли обеспечивать 30-ваттную час емкость аккумуляторной батареи при выходе из аккумуляторной части до 90%. И научились в оптимальной точке аккумуляторного энергетического характеристика для зарядки аккумуляторной батареи. Следующее. Ну и прямо выделяющая система, которая показана на верхней части модуля спектр, с вибрацией БПС-100, со скоростью сверхуровней с портальной энергии до 10 кг в секунду и частота присвоенная правильно кирпичным политехом и близкой стороной для того, чтобы согласовать частоту ВИАО 436-45 мм. Важный момент – это сеанс связи, дежурный режим и мощность тепломожности, которая выделена при капитализе 20% потребляемая шины электропитания. Следующее. Вот вся комплектация наших спутников в части того, что солнечные батареи были фирмы «Азор», это аккумуляторы медионные, склады управления и измерение емкости аккумуляторов. Вот плата системы центрального процессора с функциями обработки данных и управления фитексом полезной нагрузки. И навигационная система, которая позволяла до 24 спутников определять положение на орбите спутника и строить новые объекты в зависимости от его положения. Также уточнять реальное время на маршрут спутника. Ну и по системе связи обеспечивала связь год с землей, земля год по циклограмме. Специфика нашего пути заключалась в том, что мы имели операционную систему с целью того, что операционная система имеет свойство потреблять значительное количество энергии, и нам было недостаточно для того, чтобы обеспечить программное и аппаратурное обеспечение полезной нагрузки. Следующее. Для того, чтобы узнать наш проект, по этому плану мы провели ряд моделирований. Механическое моделирование, которое проведено в пакете ANSYS. Здесь показано его внешний вид этого плана. Разложено и исходные данные следующие, где позволено показать специфику наружных транспортного положения и по находящего в пустом контейнере, а также принятие ту схему, чтобы определить
che è stata poi in Norfolk, che è stata in Norfolk e non è stata in Norfolk, se riesco a fare un esempio recente e mi sembra che per le persone non si dica come non capisce nel sistema, ma sanno solo questo, mentre in questo si dice. Ci sono un'altra,
Но на раз, что наши и другие понесли это убежать для того, чтобы следующий. Для того, чтобы мы участвовали в запуске на станции, на нашей станции. Для этого был создан такой показательный плакат, который показывает наличие оставшихся университетов, которые из 54 университетов осталось 28, которые пошли на Международную космическую станцию, и 8 университетов в своей республике, в основном 3 ученые, 3 вызовы были отправлены ракеты на развертывание космоса. Значит, 18 апреля стартовал первый этап запуска спутников на Международную космическую станцию ракеты «Атмос» 5 на Суэц-канал, и 26-го произошло так называемое развертывание, ВВМС класса МВМС этих спутников Международной космической станции на орбиту с наклонением 52 градуса для того, чтобы это наклонение общего положения орбиты и орбиты Международной космической станции. Следующее. Вот пример определения того, как выходило с манипулятора Международной космической станции из контейнера японского типа манипулятора и его положение после отделения и после 30 минут возможного потом развертывания спутника и ожидания получения сигнала на Земле, как вы видите. Следующее. Земля наша наземная станция, которая определена, там имеет все требования, которые определяются любительскими наземными станциями, позволяющие им принимать и другие спутники, а также у нас настроены на специфику ВПСК и парадное обеспечение доработано на компьютере для Aerohan Deluxe для того, чтобы автоматизировать процесс приема информации. И в 6:04 утра по Гринвичу и в 6 часов по Киеву мы получили первый сигнал на наземной станции из борта спутника. Следующий. Вот пример нашего программного обеспечения и программного обеспечения Aerohan Deluxe с трассой, трассировкой и указанием положения охвата обзора нашей бортовой антенны, все направленные, которые позволяли нам получить первый сигнал, получить периметрию с маяка от следующей. А также периметрию борта спутника с параметрами, которые приведены в этой части. Программное обеспечение автоматизировано, позволяет даже простому оператору, студенту университета по специализации получить информацию, которая может быть даже получена для анализа состояния борта спутника. Эксперименты, которые можем мы сегодня обнаружить, это порядка 800, свыше 800 экспериментов. Каналные, температурные, напряжения, токи, специфику шин, каждого вируса питания, модуля спутника. Следующий. Вот пример токовой нагрузки на батареи аккумулятора, которая у нас начала пуска характерная, стабилизированная, и мы еще раньше и сейчас говорим о том, что бюджет и возможности спутника достаточно для того, чтобы провести эксперименты. Следующий. Это обработка электровод, температурный режим аккумуляторной батареи, который показывает диапазон плюсовой, защиты это минус 20, чтобы он будет держать параметры. Следующий.
здесь температура кишечной клетки, которую тоже показывает выход на режим и практически неизменные неизменность для нее цикличность состояния следующего. Также температурный режим системы кардиоканала, который также видится его допустимым или положительным положительным температурам следующим. Также напряжение батареек, солнечных батареек, которые обеспечивают третий возраст, стандарт, который на подпуску следующим. Мы подтвердили также нашу спутниковую космическую систему, которую мы имеем. Космический сегмент и полезная нагрузка платформа, а также наземный сегмент, что является определяющим для того, чтобы самостоятельно работать с бортом спутника. Следующее. Здесь показано на стадии подготовки эксперимента. Здесь выделены параметры. Мы по плану эксперимента мы должны были за дать информацию о приеме наземной станции, результаты планы данных ливийских, это красная линия, это подготовка, желтая, это подготовка к эксперименту, и синий продолжение эксперимента для определения параметров на фиксе. Для этого мы должны получить скрипты и главное сценарии, которые позволят нам потом, после получения результатов с борца, передавать всем базу данных в Ливийский институт Фонгамона и тем самым определить наше участие и формирование общей переменной по УБ-50 как участника тех университетов, которые еще остались, может быть, на этом. У нас информация проходит так, что и все меньше становится по разным причинам. Следующее. Значит, наша специфика заключается в том, что мы видим, что в нашем проекте будет 50 и подтверждение пилотных образцов, которые показаны инженерами, показаны здесь на сцене. Мы говорим о том, что мы успешно совершать реализацию решений на спутниках быстро интегрировать. И все это проходит силами университета и возможностями университета. Также мы понимаем, что себестоимость британа явно может быть оценена ниже зарубежных аналогов. Ну, тем более сильно выпускаем аппарат, а то для того, чтобы повторить британа, не либо там два национальных платформы. Следующее. Значит, немного учили перспективность направления 8 секции, хотел бы рассказать о программе космической программы Киевско-Путинского института. Следующее. Это на базе платформы Капитанами Прантанглавна готовы и начали работы по ДЗ на платформе Путиса, а также Пилосад и Райвисад. Следующий. Вот летный эксперимент, который 38 месяцев, который продолжается, и мы имеем те особенности борта, которые показывают о том, что эволюционные компоненты выбраны и рано обеспечения по рекламу подтверждает наши предложенные характеристики. Следующий. Ну и характеристики проекта ПЭТА-3, это специфика разрешения задевания земли тем диапазоном 350 метров. Следующий. Политан Жиосад – это работа с которой я думаю, наш коллега Василий Брюк, это заложен в другой подробный проект. Следующий. Ну и это характеристика гермокапсула для Жиосад. Следующий. И это команда политеха, которая работает по программе Кубе Кубесад и
практически почти последующие 10 лет.